Видео подготовлено онлайн-гдз.нет, задание номер 11.11. Решите графические системы уравнений. Пример А. Уравнение y равно x минус 1 и x равно 3y, x плюс 3y равно 9. Находим в первом уравнении некие значения x и y. При x равно 7, y равен 6. При x равно минус 5, y равен минус 6. Строим первый график. 7, 6, вот у нас первая точка, минус 5, минус 6. Это у нас график функции, y равен x минус 1. Второе уравнение у нас имеет вид x плюс 3y равно 9. В таком виде мы его не можем уравнять. Нам неудобно считать, поэтому мы его преобразуем в уравнение вида y равно, x переносим сюда, x деленное на 3 минус x деленное на 3 плюс 3. Так, вот теперь мы можем легко найти значение x и y. При x равен, например, 6, y равен 6 на 3. Это 2 минус 2 плюс 3, это 1. А если это будет какое-то отрицательное число, например, те же минус 6, то это у нас будет 2 плюс 3, это 5. Первая точка 6, 1. Вторая минус 6, 5. И пересекаются эти графики функции в точке 3, 2. Пример Б. 3х минус 2y равно 12. И x плюс 2y равно минус 4. Здесь нам нужно будет преобразовывать оба уравнения. Преобразуем первое. 2y переносим сюда, 12 сюда. Получаем y равно 3 вторых x минус 6. Здесь находим некие значения x и y. X равен, например, 6. Это будет, y будет равен 9, то есть 9 минус 6, это 3, и, например, при отрицательном значении x минус 6, y равен минус 9 минус 6 минус 15. Ну пусть какое-то поменьше будет значение. Минус 1, минус 2. Например, двойки сокращаются. Минус 3 минус 6 минус 9. 6. 3. Вот у нас первая точка. Вторая точка. Это минус 2. Минус 9. Это у нас график функции. Y равен 3 вторых x минус 6. И второе уравнение у нас будет иметь вид x плюс 2y равно минус 4. То есть y равен минус 2 минус x вторых. Xy при x равен минус 6, пусть будет, то у нас будет 3, 1, а при x равен те же 6, пусть будет, 6 деленное на 2, это 3, минус 3, минус 5, 6.
минус 5. И вторая точка минус 6, 1. Пересекаются оба графика функции. Вот это, кстати, у нас график функции y равен минус 2 минус x вторых. Пересекаются оба графика функции в точке 2 минус 3. Задание v. y равно минус 2x и x минус 2y равно 0. Так, значит, пишем задание v. Это у нас задание v. Находим значение первой системы x, y. При x равен 10, y равен минус 5, при x равен минус 8, например, y равен 4. 10, минус 5, вот у нас первая точка, и вторая точка, минус 8, 4. Второе уравнение x минус 2y равно 0 мы преобразуем и получим уравнение типа y равен x деленное на 2. Снова ищем значение x и y, пусть у нас x равен 8, y равен 4, x равен минус 8, y равен минус 4. Первая точка у нас будет 8, 4, вторая точка минус 8, минус 4. И пересекаются у нас оба этих графика в точке с координатами 0, 0. И, наконец, задание g. X минус 3y равно 8. И 2x минус 3y равно 10. Здесь нам придется преобразовывать.